В Самаре продолжаются работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня проходила приемка объекта на улице Шоссейной в Куйбышевском районе. Ранее около 2000 квадратных метров дорожного покрытия было обновлено. Участок от улицы Народной до улицы Главной отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты курирующего ведомства оценили состояние новой проезжей части. В их арсенале – курвиметр, рейка и рулетка. Проверка тщательная. Важно, чтобы все показатели на участке отвечали нормам. Делают замеры, проверяют ровность покрытия, оценивают высоту люков колодцев, чтобы они не были выше нормативных значений, а также, чтобы не было просадок. В целом следят за тем, чтобы проезжая часть была отремонтирована в полном объеме, и работы отвечали ГОСТу, требованиям муниципального контракта и условиям реализации дорожного нормы. Нацпроекта. То есть это непосредственно исполнительная документация, это проверка схем, это проверка качества асфальтобетонных смесей, проверка ровности. После уже выполнения всех работ также проходит специализированная дорожная лабораторно-диагностическая машина. Отбор кернов у заложенного покрытия – тоже обязательная процедура, чтобы в дальнейшем замерить их ширину и в лаборатории сделать вывод о водонасыщении, прочностных свойствах и других качественных характеристиках. Сложность была в том, что здесь очень высокая колейность была, на участок очень нагруженный, здесь ездят самосвалы с песком, вот, с тракторной, со стрелки через мост. Особенно в летний период там большие выдавливания асфальта. Сначала фрезерование, затем работа с инженерными коммуникациями и устройство выравнивающего слоя, после чего на участке рабочие уложили верхний слой покрытия. Использовали асфальтобетон повышенной прочности, ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Он более вынослив к перепадам температур и плотному трафику. Автомобилисты и местные жители ремонту обрадовались. У нас все водители перезванивались, когда увидели, что приехали машины, что они снимали асфальт, что не просто отремонтировали яму, а что действительно к этому подошли так серьезно, потому что очень большая нагрузка. Представляете, это Сухая Самарка, Волгарь, 116-й, Новокуйбышевск. А за новокуйбышевским поселением, которые тоже едут, приезжают работать в Самару, это тысячи людей, которые сейчас на самом деле рады. В ходе приемки претензий к качеству не возникло. В этом году в рамках нацпроекта уже отремонтировали 36 улиц. Из них больше половины уже проверены. В текущий период еще 5 объектов охвачены ремонтными работами. А на одном оставшемся участке подрядчик намерен приступить к выполнению работ в начале августа. Подчеркнем, что качеству дорожной инфраструктуры, ее развитию, повышенное внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, только в региональной столице на средства нацпроекта в этом дорожно-строительном сезоне приведут нормативное состояние 42 дороги местного значения. Ксения Бак,